Друзья, в продаже у нас появилась Toyota Camry 2004 года выпуска на бензиновом двигателе объемом 2 литра, 150 лошадиных сил. Авто на автомате, на переднем приводе, на литых дисках. В салоне у нас 4 электростеклоподъемника, электрегулировка зеркал. Стоит мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, обогрев лобового, обогрев заднего стекла. Также имеется круиз-контроль. Салон в хорошем состоянии, черный потолок. Сзади у нас электростеклоподъемники, диванчик. Имеется подлокотник с двумя подстаканниками. Также на автомобиле есть парктроники. Противотуманки. Авто на кожаном салоне. Две тысячи четвертый год.